Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале «Высадули в огороде». И сегодня я хочу поговорить про профилактику и про лечение болезней на томатах. Чем можно сейчас защитить томаты от болезней? И вообще, какие болезни бывают у томатов? Чем обработать томаты, чтобы они не болели? Сейчас я хочу для начала остановиться на чем? Вот на таком распространенном заболевании, как садоводы называют, вершинка. Это вершинная гниль томата. Эта вершинная гниль проявляется, когда на томате появляется характерное черное пятнышко. Кто-то не обратит внимания, сорвет этот томат и выбросит, но этот томат вам сигнализирует, что томату не хватает кальция. Не калия, дорогие друзья, а кальция. Если томатам не хватает кальция, вот характерно, томаты начинают болеть вершинкой. И можно потерять урожай. Томат, который заражен вот этой болячкой вершинка, он не развивается, сам плод. И потом в итоге он просто-напросто погибает. Поэтому необходимо томаты обработать. Часто вы задаете вопрос, чем же обработать томаты от вершинки? Что это может быть? Вот сейчас я хочу остановиться на серии препаратов от Organic Mix. Дело в том, что все препараты, это биопрепараты, то есть вы можете обрабатывать томат смело, даже если у вас уже идет покраснение томатов, и можно не бояться. И вот конкретно от вершинки, что есть конкретно от вершинки? Это профилактика лечения вершинной гнили. Это вот такой препарат антивершинка. Мы его разводим в баке, в опрыскивателе. Как разводить этот препарат, вы можете прочитать на обратной стороне вот этого тюбика. Там все подробно написано, как сделать расчет и провести опрыскивание именно томатов от вершинки. Дорогие друзья, вы должны понимать, что сразу вы прям вот раз на следующий день вы пришли и все у вас хорошо. Нет, томат должен получить эту вершинку через, этот препарат через лист. Вот, и, конечно, он очень эффективный, и я вам советую вот прибегать к этому препарату. Тем более, что он натуральный. Какие еще существуют препараты? Именно препараты новые, это биопрепараты, которые действительно работают и мной опробованы. И вы видите, в каком состоянии томаты, какие листья. Порой мы видим пожелтение листьев, нет яркости листьев. Вот мы будем выкладывать свои томаты, Оля, делать подсъемы. Я вам хочу сказать, что мы не добавляем колера в съемки. Это вот действительно насыщенный цвет, зеленый цвет наших растений. Это здоровый цвет здорового томата. И есть вот хорошее очень средство, это антихлорозин. То есть, если у томатов появляется пожелтение на листьях прожилок, вот часто очень хлорозит виноград. Вот чем он хорош? Здесь очень большой процент содержания железа. В этом препарате не менее 10%. Это как раз самое то, что нужно для томатов. Поэтому вот антихлорозин я вам тоже советую обрабатывать свои растения этим препаратом. Любые растения, где вы увидели хлороз, можно им пользоваться. Вот моя аптечка, да? Есть еще очень хороший препарат, это Аминорост. Что же это за препарат? Вот многие сейчас пишут, томаты сидят на одном месте, или перец сидит на одном месте, он не развивается в таком вот это все в плачевном состоянии. Я вам опять говорю, я вас уверяю, что это даже не погода действует, а вы должны помочь своим растениям. И вот к чему же вот прибегнуть? Это вот такой препарат, это Аминорост. Ускоряет вегетативный рост, цветение и созревание плодов.
То есть, обработав томаты вот этим препаратом, мы не будем с вами видеть, что томат сбросил цвет. Нет, он будет продолжать завязываться, завязываться и завязываться. Улучшает вкус фруктов и овощей и восстанавливает растения при стрессах. Вот как раз-таки аминорост сейчас при стрессах. Это какие стрессы могут быть? Это вот как раз-таки перепады температур. Это жара, это засуха. Вот этот препарат, он очень-очень хорошо работает. И еще я вам хочу напомнить о таком препарате. Это биотонус. Это укрепляет иммунную систему растений. Увеличивает способность сопротивления болезням, вот, патогенам. Позволяет растениям быть более устойчивым к неблагоприятным условиям, засуха, низкие и высокие температуры, перепады и влажность. Биотонусом можно обработать томаты и как профилактически, вот сейчас именно, от фитофторы. То есть биотонус очень хорошо борется со всеми грибными заболеваниями. Но я вам хочу сказать, не только на томатах. Это могут быть и огурцы, это могут быть любые тыквенные культуры. То есть биотонус можно опрыскивать любые растения в огороде. Вот, дорогие друзья, я вам хотела показать вот такую свою аптечку от Organic Mix. Дело в том, что мне очень нравится, вот молодцы, Organic Mix. Это, конечно, что? Это вот сейчас вот расфасовка вот в таких баночках. Это вот очень удобно. Вот в капсулах мне как бы не очень так это нравилось, а вот такие вот баночки, это очень удобно. Поэтому я считаю, что надо создавать обязательно аптечку. Обязательно должна быть аптечка огородника. А не так просто. Я пойду, посмотрю, как я опять говорю, сделаю болтушку, побрызгаю, и будет мне счастье. Возьму залу. Юлия, вы ерунду не говорите. Я многие путаю, да. Нужен, допустим, кальций. А что кальций-то? Я сейчас возьму золу, обсыплю свои томаты. Да не путайте, зола это калий. Там кальция и близко нет. Обсыплю томаты, и будет счастье. И, конечно, если вы видите, томаты ваши плохо-плохо развиваются, это, конечно, подкормка. Подкармливаю я всегда под корень. Это удобрение от органика микса именно для томатов. Прям буквально по чуть-чуть, по щепотке, я под каждый корень подсыпаю это удобрение. Дорогие друзья, в этом году мы пользуемся вплотную продукцией от органика микса. Это как удобрение, как вот это... аптечка, препараты от органика микса. Растения в этом году меня очень радуют. Вот именно у нас, как они развиваются, как растут. Чего и вам желаю, чтобы у вас все хорошо, хорошо росло, развивалось, чтобы плоды завязывались. И обязательно, конечно, помогайте своим растениям. А с вами была Юлия Меняева на канале «Высадули в огороде». Пока-пока!